Уникальные приспособления для оружия изобрел пенсионер из Актобе. Над созданием дульного тормоза и складного пистолета-пулемета Дияр Гильманов трудился почти 20 лет. Устройства прошли испытания и неоднократно усовершенствовались. Теперь Аксакал мечтает, чтобы дело всей его жизни принесло пользу стране. С изобретателем встретилась наша коллега Лейла Уесова. Житель Харамтау Дияр Гильманов показывает чертежи, над разработкой которых трудился половину жизни. До пенсии мужчина работал механизатором, а свободное время посвящал своему хобби. Говорит, конструкторское дело увлекло его с юности. По словам изобретателя, такой дульный тормоз можно установить на любой вид оружия. Он уменьшает отдачу при выстреле и увеличивает точность попадания в цель. Патент есть, но на производство отказали. Сейчас я хочу, чтобы Казахстан, все это, конечно, продукция-то. Чтобы Казахстан выпускал. Зачем покупать зарубежное оружие, когда можно? Вот это все, если полностью, ну как бы рабочий, вот как ППШ. Только ППШ один затвор, здесь два затвора. Второй маленький, он служит как курок. У него специально направляющая, своя боевая пружина, там возврат, две пружины там стоят. Еще одна разработка – пистолет-пулемет. За счет сборной конструкции и легкости изделия его можно носить под одеждой. Изобретение конструктор назвал в свою честь. Устройства прошли испытания, но пока представлены лишь в виде чертежей. Но пенсионер не теряет надежды и верит, что когда-нибудь его пистолет-пулемет возьмет на вооружение казахстанская армия. Изобрести оружие – это хорошо, но недостаточно, считают специалисты. В первую очередь нужно получить на него экспертное заключение. А для этого разработчику необходимо отправить свои чертежи в Министерство обороны. А там уже решат, насколько это оружие соответствует всем современным требованиям. Лейла Осова, Жумарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе.